Кто-то говорит федерация, кто-то по-другому. Посол Молдовы в Румынии делает заявление против президента страны. Вот представьте себе, в какой-то стране посол, которого назначает через декрет президент, начинает там, да, президент такой и так далее. Ну, реакция какая должна быть? Обратно? Здесь, домой, давай здесь будешь делать декларацию. Простой гражданин. Я предлагаю правительству отозвать этого посла. Правительство говорит, нет. Так у меня простой вопрос к премьеру, кстати, вот смотрят, наверное. А как вы думаете назначать следующих послов? Вот вам придется через неделю-две приходить 20-30 новых послов в других странах. Вы думаете, что я буду подписывать ваши декреты? La data de 9 ianuarie, ambasadorul Republicii Moldova la București, Mihai Gribinci, a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că decretul președintelui Igor Dodon de a retrage cetățenia fostului șef al statului Traian Băsescu ar putea fi numit neconstituțional. De cealaltă parte, potrivit președintelui, la temeiul deciziei luate au stat încălcările comise în procedura de obținere a cetățeniei și a menționat că Băsescu, la fel ca și toți cei care își doresc să devină parte al statului nostru, trebuie să acționeze conform buchiei legii.